Ну что, отличный автомобиль? А? 8 лет, смотри, как новенький, да? А ты знаешь, что я его купил, ну, где-то без пробега, за смешные деньги, вот для его класса. Понимаешь, да? Вот как повезло мне, вот как повезло. Да, что его, отполировать надо, да? И кондиционер заправить. И все. Слушай, кстати, а у тебя вонючки нет? Понимаешь, вонючку надо сразу повесить. Они просто девушка из Норвегии приезжает. Чего? Думаешь, арбуз правим? Или нет? Знаешь, еще есть елочка пиноколада. Чего? Курить? Курить хочется, да? Мне тоже. Ужасно хочется. Даже в жару. А я бросил. А с девушкой познакомился. Я, наверное, 6 месяцев переписывался. И потом она говорит, надо познать друг друга. Правильно ты говоришь. Кофе, да? С ароматом кофе. Ну, конечно, она же взрослая женщина. У нее 2 детей. Ваниль. Цитрус. Чё, суечусь? Чё же я суечусь-то? А потому что я только с утра от нее письмо получил. Ну, в среде сделаешь, да? Отлично. А что насчет вонючек? Вонючек у нас нет. Чуть было не улыбнулась тебе навстречу, думала, клиент. А я, между прочим, сегодня тур в Прагу продала. О-о. Да. Дядечка, как всегда, искал металлоремонт, но я его. Во мне пустота. В плеере печальная музыка. Хочу сигарет. Слезы капают на клавиатуру. Не хочешь статус поставить? Валерий Яковлевич, оптимист. А мы, Валерий Яковлевич, не обсуждаем, Кирилл. А, давай, надо познакомиться. Давай, я серьезно. Выпить, посидеть, поговорить. Рак легких или простаты? Прости, за 9 лет после нашего развода впервые вижу тебя таким печально просветленным. Брунхельд приезжает. Через неделю. Так я тебя поздравляю. Видишь, как меня колбасит? Что тебя колбасит? Прекрати. Сейчас ты ее обаяешь. Поедете с ней жить в цивилизованную Европу. Я вам еще тур свадебный подарю. Что ты делаешь? Пиноколада или цитрус? Ты с ума сошел? Кинзу? Да не-не-не, тебе какой запах в машине больше нравится? Пиноколада или цитрус? Только не пиноколада. Слушай, кстати, знаешь что? Ты не забудь Гарри пересадить. Зачем? Ой, мой хороший. Ты знаешь, сколько ему полагается объем? Нет. 200 литров. Зайдет твоя Брунхельд в офис? Да-да-да. Увидит нарушение прав и свобод. И все. Пиндык. Да и не трясись ты так. Главное, не цитрус. Думаешь, да? Цитрусом пахнут в туалетах торговых центров. Костя, за хлебом сходи! Мы глиста хороним! Какого глиста? Мы его поймали и убили! Где вы поймали? Добрый день! Здравствуйте! Как Жозефина? Живет! Sounds a name that take to all the grasses. Set your rabbit in black or folk. Don't be sad, let the ever dancing. Coming soon a new day, strong zero coke. Lie, 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 lie. Что у тебя с носом? Ковырялся. Плохо мне, Жека. Родственников вроде много, а попросить некого. Не бойся, ни денег.
Бизнес у меня на телефоне. Тетя Лариса не говорила. Много она знает, тетя Лариса. Только одно, Митяя не наливай. Ты сам чай попросил. Да, не суть. Сядь, сядь. Ехать мне надо. Восстанавливаться. У меня вообще там все серьезное. Перегородки заделаны, в общем. И бизнес горит. А денег в рекламу вложено. Может, подстрахуешь на месяц? Как подстрахуешь? Вень, да ты что? Это чужой бизнес. Да что там сложного-то? Жень, утром заказы, вечером деньги собрал, вот и все. Ну или за девчонок стрял, но это в крайнем случае. Тебя что, публичный дом? Да вообще не сравним по доходности. Клининговая компания, Настенька. Я типа лесос моющий дам. Нет, я не смогу. Почему? Ко мне приезжают из Норвегии. Я на своей работе через раз появляться буду. Понятно. У нас теперь европейский уровень. Да, я понимаю. Понимаю. Нет, ну извини. Просто когда тетя Наташа болела, я помню, мама на британский флаг порвалась, а путевку в Крым сделала. Сейчас так не роднятся. Ладно. Пока. Подожди. А сколько по времени? Месяц. Неделя максимум. Чистый бизнес. Вся реклама завязана на этот номер. Завтра в 7 утра девчонки будут ждать тебя на платформе дачной. Все запомнил? Спасибо. Спасибо тебе, братуха. Даша? Да, Доларан, Даша. Я вместо Митяя. А вы? Наргиз, Надя. Жылыз, Жанна. Заргуль. Зоя. Айчерек. Очень приятно. А меня зовут Кириллов. Но я с вами ненадолго. Вот. Это вам. Сейчас мы пройдем к гаражам, где вы получите свой инвентарь. Да, если вас не затруднит, продолжайте фотографировать, как будто вы японские или итальянские туристы. Дорогая Брунхильда, с нетерпением жду нашей встречи в колыбели Чехова, Толстого и Достоевского, пока мою реальность не пожрал окончательный, непоправимый писец. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Кому ты все время дозваниваешься? Брату троюродному, Митяю. И что с ним? Ничего, он слился, телефон наберет. А что ты так нервничаешь? Я не понимаю. Первый раз, что ли? Вот именно, что не первый. Ты можешь себе представить? Он попросил меня подстраховать бизнес. Митяй. Да. Клининговое агентство. Я, как дурак, приперся знакомиться с персоналом в 7 утра на платформу дачная. Уже интересно. Там 5 азиаток, одна по-русски не понимает.
у другой зубы куполаслить можно. Ну, что ты ржешь? Кирилл, только с тобой такие вещи происходят. Я себе представляю, Брунхельд с ее европейской толерантностью приезжает и увидит гарем. Ой, как смешно. Давай я тебе майский халат подарю. Нет, давай эту самую шляпу сутенера. Спасибо за поддержку. Федор Зей. Рабочий день не кончен. Да, time break. Простите, сигареты не гасите? Нет, вы знаете, хотелось бы более пожившие, понимаете, ну, которые активно читали. А у вас нету Пушкина в тканевом переплете. А вот это не он? Так, подождите, я сама. Да-да-да, конечно, конечно. Смотрите, пожалуйста. Да нет, 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 не здесь. Вот это темно-голубое, да, с черным барельефом. Можно посмотреть? Нет. Хотелось бы, понимаете, другое качество печати. Посмотрите, может быть, на третьей полке. Алло. Алло. Молодой человек, а у вас телефон откуда? Да-да, у вас телефон откуда? Из Японии. Алло. Ага. Девушка, пожалуйста, будьте вы понятой. Ну вы что? Вы думаете, что я украл вот эту Nokia за 700 рублей? Да. Дело в том, что этот телефон мне дал один человек, который в отъезде. Он попросил меня принимать звонки. Какой человек? Селиванов Дмитрий Андреевич. А, все, спасибо, не надо. Митяй. А я смотрю, у меня определяется звонок. Митяй. Да. Да, и там смотрю, книжный. Я думаю, Митяй в книжном. Я думал, чтобы телефон подрезали. И что, надолго? Ой, вы знаете, я и сам не знаю. То есть ты теперь звонки принимаешь и бизнес ведешь, да? Да. Почему вы говорите мне «ты»? Потому что уважать тебя пока еще не за что. Была суббота. Ко мне никто не пришел, понимаешь? Грех алчности с трудом, но мы победили с Митяем. Но тариф у него все равно смешарики, чтобы я всегда знал, где его искать. Простите, как вас по имени и отчеству? Сергей Витальевич, да. НАЭС. Да-да-да. Сергей Витальевич, я ваш намек понял. Очень хорошо. Но дело в том, что Дмитрий Андреевич не давал мне никаких указаний на этот счет. Поэтому я не стану платить никакой крыши. С погонами она или без? Ты который день заргулик упасаешь? Не заргулик. А сотрудница клининговой компании, если вам угодно, второй. Ну-ну. Скажите, Антон, менеджер. Да, да. Агентство Настенька? Здрасте. А, да. Тань, привет. Пойдемте за мной.
опустим вопрос, зачем делать селфи в туалете. Но клиенту это не понравилось. Он сделал замечание вашей сотруднице. Она огрызнулась. Он заплюнул в нее вантусом. Пожалуйста. Она в обратку телефона. Вот результат. Да. Клиент жив? Да, конечно. Нет, просто чтобы разбить вот такую керамику, необходимо пульнуть со скоростью 61-62 метра в секунду. Я не знаю, какой у вас автомобиль, конечно, но я уверен, что он такую скорость не разбивает. Вы что, спорить со мной будете? Импульс силы вам о чем-то говорит? Так, понятно. Произведение массы на скорость. Вот сколько весит телефон, на ваш взгляд? Ну, 200 грамм, так? Не больше. Судя по селфи, она метнула его оттуда, да? 1, 2, 3, да? 4. Где-то... Бауманку заканчивали. Да. А если 4 метра, значит... А я юрфак. И? 60 тысяч. Внесите в кассу, пожалуйста. Унитаз стоит 60 тысяч рублей. Я внесите? А кто внесите? Деньги. Или паспорт свой оставьте. Иначе мне придется заявить об организации незаконной миграции. Статья 322 УК РФ. Сергей Витальевич, вас беспокоит... А, ну да. Дело? Дело в том, что у меня пропала сотрудница, отобрали паспорт и еще требуют 60 тысяч рублей. Правило первое. Ты никогда не поймешь, что у них в голове. Даже не думай. Правило второе. Унитаз не может стоить 60 тысяч рублей. Почему может? Ну, швейцарский, например, или испанский. Послушай, ты русский человек, веди себя с достоинством. Это как? Когда тебя принимают за лохом, лоха, послай в баню. С заргульками вообще в диалог не входи. Почему? На шею сядут. Не вздумай их пожалеть. Особенно, когда начинается песня «Москва – неприветливый город». Угу. Когда тебя все обижают. Угу. Фома и Яс, менты и злые соседи. А что в этом случае будет? Убираться будет плохо. Могут вообще на работу забить. Потому что он тебя больше не уважает. И вот тогда правило третье. Жди последнюю электричку. Бегают, как сайгаки. Правило пятое. У них семья. Всегда прикрывают своих, не то, что мы русские. Эти другие девушки идут. Меня прятали? Конечно, да! Ну что, родная, в обезьянник, потом в родной Кыргызстан. Ну, спасибо. Все, дальше я сам. Как ты хотел? Как вы с нами, так и мы с вами. Нормально. У них там за какой-то сраный лотос нашего мужика на 6 месяцев в тюрьме закрыли. А здесь унитаз, на котором, может, Владимир Познер сидел. На Мадагаскаре. Чего? Мужика посадили на Мадагаскаре. Какая нахрен разница? Я тебе в принципе говорю про страны третьего мира. Мы их кормим. Субсидируем, куда ни без нашей нефти.
конечно. Пять за унитаз, 1000 за проезд. Это за паспорт. Угу. По 500 разбей. Да, конечно. Чтобы завтра... Во сколько? 7. В 6:50 была на работе. Сдриснула. Пожалуйста. А это зачем? Ты меня уважаешь? Ну, допустим. Кота пристрелить хочешь? Зачем? Да не бойся, ну можно, я при исполнении. Я не... Чё ты такой дерганый? Русский человек в русской стране. Заргуль. Да. Общественный туалет. Да. Жилдыз. Да. Туалет на Манежной. Наргиз, вы записывайте только, пожалуйста. Квартира 60 метров на проходчиков. Да, господин Кирюнов. Не надо, только не господин. Девушки, у меня к вам огромная просьба. Когда вы будете звонить, не говорите «стрип-клуб». А как надо говорить? Вас беспокоит из библиотеки. Пожалуйста. С ребенком. У Трульца произошел понос, и он сказал, что позвонит в барный варме, если его оставят. А что это? Это наша организация по защите прав детей. Какой сообразительный мальчик. Да, это вам. Это излишнее. Извините. Да. А могу я? Да. Нам туда. А чем он поет? Грюжина с приватным сингером. Это такая наша колыбельная. В ней поется про то, что у каждого своя форма фекалий. Казочка какает, какает. Так по-русски, да? Угу. Казочка какает горошком, корова оладьями. Оладьями? Оладьями. Сейчас это английское. Женя. Да? Естественно, когда человек убивает или эксплуатирует другого человека. А вот когда пухает, это естественно. Погнали. Погнали. За наши планы. Угу. Я хочу посетить Большой театр. Угу. Надо. Большой театр. Угу. Мавзолей.
Я даже ездила четвертовать русалочку. В протест против эксплуатации женского начала. Тебе звонят? А? Такой? Коля. Это суп есть? Господин Кириллов, начальник сказал о библиотеке крышка. Настенька, а? Скорая в пробке. Что встал? Иди принимай роды. А правда ли, что воды отошли прямо в торговом зале? Телеканал «Ливень» Юго-Восточный. Ну не видите, женщине плохо. Скажите, а у ваших сотрудниц есть миграционные карты? Они законно работают? Да что ж ты? Вот так можно было не сказать, что вы беременны. Мама беременна. Потихонечку, потихонечку. Более. Полиса, конечно, нет. Я не знаю. Так, воды давно отошли? Да я не знаю. Так, сладки давно идут? Да не знаю я. А вы отец или работодатель? Да, это очень вода, интересно. Так, скажите, канал «Ливень», кем обратно? Да ты иди оттуда! Подожди, я говорю! Кем дорогая, здесь такая очередь за сырком. Иди! Давай, потихонечку, потихонечку. Потихонечку. Ну что, успел что-нибудь снять? Да, успел. Ага. Эй, козел! Вот шестоглазых мелочи есть? Чё ты там несёшь, Кусникова? Легалайз или как? Женя, подходи, ложись. А, да. Что-то не то? Это простое физическое тело, Жень. Ну да. От которого можно получить удовольствие, как от борща. Сейчас так тихо-тихо. Слышно, как плещут волны. И утром можно выйти босиком. Босиком. Трава будет мокрой. А Курт Янсен на своем маленьком мопеде привезет свежие булочки и молоко. Ты действительно ездила четвертовать русалочку? Нет, я не смогла. Ножовка была плохо приспособлена по металлу, и голова не отделилась от тела. Берлин, Монец, Декасторинга, Айфагра, Сталин, Давия, Алле. Der kann die Leger harba basella, vor der Unara der Lüsterhanna Wiener. Die Lien, man jagst, der Kastrell, Minas Toh,
Альфа Грасталин, да в яле. Место лет куни, а нужно карасельна. Одергуна, рада, люстрана, видна. Винни маньяк, стека, сторинга. Альфа Грасталин, да в яле. Мы в Норвегии против эксплуатации женского начала. А тем, кто за, отрезаем пуден Дальхале. Брунгхильд, а что такое пуден Дальхале? Срамный хвост? А... Член. Стой, иди сюда. Вот смотри, видишь, нужно 20 рублей. Здравствуйте. И поздороваться. У вас принято здороваться, когда ходишь в общественный туалет. Добрый день. Какая ужасная жизнь у этой женщины. В гробу крутится, а? Альтергу? Не хватило? Передумал. А, все, домой. Сейчас, секунду. Я тебя вижу. Тариф смешарики. Значит, с протоколом я тему закрыл. Твой паспорт у меня. Угу. Простите, здравствуйте. Здравствуйте. С баблом-то это... А это мы про финансовую составляющую тогда обговорим, да? Позднее. До свидания. Интересный ваш супруг человек. Обижает людей налево и направо. Я лишнего не беру. Как ты стрижешь своих девочек 30%? Стрижешь? Ну, иногда стригу, постригаю. Хобби. А ты еще и куафер. Да. Он большой куафер. Да прекрасно. Или у вас в стране так принято хохотать, когда мужчина-стилист? Да большая несвобода. Очень трудно гомосексуалистам. Че? Гробу крутится лень. Ну, как так? Революция осталась здесь, а демократическая свобода у нас. Ничего. Как только ты получишь персональный номер в фольклорегистре, у тебя гарантирована работа и социальное обеспечение. До свидания. Sorry, one minute. Фольклорегистр, это что, Германия? Это Норвегия. Россия. Тебя вырастила, воспитала, выкормила. А ты за свободой туда? При чем здесь это? Вы вообще все не так понимаете. А что мне вас понимать? Куаферы, толерасты. Заложить тебя твои фру своими заргульками? Я все понял. Вы хотите договориться, сколько? Значит, когда он застрелить не мог, а родину принять может. Я знаю, где ты живешь. Жди. С чего начинается родина? Ну что, издеваетесь надо мной, что ли, все? Да заткнется он! Это вообще-то презентация тура для школьников по России, которую должен был делать ты! Аль! Что, я попала? Попала чем-то? Отлично, все прекрасно. Скажи... Не надо, не трогай меня. Я никого не просил в детстве делать мне бесплатную манту. Я тебе сделала бесплатную манту. У тебя кровь, сядь. Да. Сядь.
Да что? Сядь, ну что? Возьму. Что? 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 Что случилось? Все прекрасно. Участковый Локтев собирается встать на моем пути в Норвегию. Поподробнее. Не надо делать, ничего не надо делать. Это и так все унизительно, понимаешь? Ай! Что унизительно? Достойная старость? Нормальная медицина? Что? Ты же никуда не уезжаешь. Ну, знаешь, если бы у меня появился какой-нибудь Эмиль из Лёнинберга. У тебя Валерий Яковлевич. У меня Валерий Яковлевич. Кириллов, прекрати. Ты сам прекрасно знаешь, что тебе нужно ехать. Ты талантливый человек. Это здесь никому не надо никогда было. Хочешь всю жизнь за этим столом просидеть? Ну, что там у тебя с этим участковым? Он хочет прийти и рассказать Брунгельд об освобожденных женщинах Востока. Сергей Витальевич? Да. Анна. Очень приятно. Пожалуйста. Мне тоже. Спасибо, что согласились встретиться. А будьте добры, минеральной воды, пожалуйста. Да, секундочку. Спасибо. Я слушаю вас внимательно. Я вообще только и занимаюсь, что переговорами у нас с клиентами, с налоговой, с пожарной охраной. А сейчас вот пришла поговорить с вами о нашем общем знакомом Жене Кириллове. А есть у вас пару минут? Да, конечно. Замечательно. Я однажды взяла котенка. Канадского сфинкса. А это сейчас не к вопросу об эмиграции в Канаду. И меня предупреждали, что если котенок к вам не идет, не надо. Берите другого. А я захотела именно этого. А он ко мне не хотел. Так за субботу и воскресенье это чудо-животное нагадило у меня под каждой батареей по два раза. Ну, понятно, что. Не надо никого удерживать силой. Кто хочет ехать, пускай уезжает, иначе все ему тут обострет. Говнюк позорный. Мало того, что вместе с себя бабу прислал, так еще и жену бывшую. Я пробил ваш мобильный. Сергей Витальевич, он ничего не знает. Девушка, он меня не посылал. Да. Ваш заказ. Черт. Восемь месяцев. Это уже, ну, это родители. Восьмой класс. Да. Ну, этот выпускной. Наверное. Ну, вот сразу видно. А. Да. Подожди. Что? А, это Бауманка. Это второй курс. Бауман, да. Это аспирантура. Угу. Это уже аспирантура, да. Ты знаешь, какие были планы? Знаешь, я подумала про твои участия. Угу. Просто если визит пройдет хорошо, и ты у нас... Крагерё бы мог, ну, для начала, распахнуть блинную. Распахнуть блинную? Да, распахнуть блинную. Угу. Ну, такую маленькую частную заведению. Русские блины, например. И ты бы мог там одиноко или с помощником запекать блины с семгой, с медом, а еще с измельченными железами от чёс. Ты кого-то ждешь? Нет. Никого. Ну, откроем. Хочешь знать, зачем живет человек? Сейчас, секунду. Так, проходите. Проходим, проходим. Егор. Здравствуйте. Надя. Даня. Катя. Катя, здравствуйте. Здравствуйте. Так, куда? Здравствуйте вам. Куда? Кухня. Там. Там. Это надо просто завернуть, будет отлично. Как это прекрасно, когда много детей. Да. Да, а знаете почему? Потому что я нормальный русский мужик. С корнями. Да, кто без корней? Ты без корней. Это я в деревню уголь привез. Есть такой русский анекдот. Мужчина едет и кричит: «Люди, я привез в деревню уголь!» Лошадь оборачивается: «А, ты привез!» Лошадь! Ты привез! Да что ты обо мне знаешь, почему я решил уехать? Вынашиваем 9 месяцев, мы рожаем мы. Ну а как же тогда определить родительский вклад гомосексуальных пар? Холодильник отнеси, пожалуйста. Холодильник? Отнеси.
Я сейчас тебе твою жизнь за 2 минуты расскажу. Ты окончил институт, пошел работать по профессии, но там платят мало. Ты промучился годика 2, решил открыть бизнес. У тебя ни хера не получилось. И ты стал страдать духовной фигней, тебе трагическая фигура. Кто? Трагическая фигура? Один мой знакомый. Пойдем покурим. Нет, у нас не курит это. Фигура речи. А. Мой старший Мац такой сложный. Угу. А вот Рульс такой миленький, сладкий. Мужик должен оставаться мужиком всегда. В любое время, в любой стране. Бабы должны хотеть рожать от него. Эх, я записать не могу. Может, мне с блокнотом бегать? Она двоих родила от какого-то норвега. А он, может, этот дом для себя строил. Куда ты, как Ляру, приедешь, чемоданчик? Да будет вам известно, что дети у нее 2 разных мужей. И ни Олаф, ни Кнут к этому дому не имеют никакого отношения. А, ты их по именам знаешь? А фотография у вас в спальне не стоит их? Я не спрашиваю, что стоит в вашей спальне. А мне скрывать нечего. У меня в спальне стоит икона живоначальной Троицы. Ой, ну и с Богом. Я вас поздравляю. Я прошу прощения. Не трогай Бога в суе. Да пошли вы. Со своим Богом? Да, я православный извините. Человек. Да, тебя поняли. Я не люблю, когда глумятся. Извините, и пойдем. Давай уедем отсюда. По пушкинским местам. Петербург, Болдино, Кавказ. У нас везде пушкинские места. В общем так, девушки, я уезжаю. Старший назначается. Айчурек. Так. Это мобильный. Ключи от гаража. Деньги. Митяйки. Вот, ну, конечно, если он вернется. Ну, вот и все. Ну, счастливо вам. Кем на вас? А кто там деньги? Ну что? Это мой личный мобильный телефон. Звоните в крайнем случае. В крайнем! В Норвегии, если ты отловишься на лжи при получении моего персонального номера, тебя припроводят в тюрьму. А там хорошо. Там есть бассейн. Шутка. Нет бассейна? Нет, есть. Есть бассейн. У нас учитель на пенсии может путешествовать по всему миру. А разносчик газет легко себя снять в небольшую шале. Я-то, слава Христу, преподаю русский язык. Я знаю вашу культуру, историю. Вот когда эти профессора были вынуждены торговать дамскими трусами. Трусами. Бродский, Тарковский, Ростропович, все уехали. Все. Уезжает свет русской интеллигенции. Да. Извините, меня в библиотеке убивают. Это с работы. Вы ранены?
остатыли. Лаус готовили сэнкс. Ола келді. Она сказала, ты ее сутенер. Сутенер? Крылыздарный. Ну, допустим. В общем, так. Первое. Она встречается с русскими. Второе. Она пришла сюда в трусах. Отдай ту шорты. Если ты ее сутенер, ты ее можешь выкупить. Если нет, извини за беспокойство. Мы ее немножко побреем и воспитаем. Ждем ответ, уважаемый. Лысая тут. Карточку принимаете? Мы не только карточки, все валюты принимаем. Может, вам еще пин-код показать? Орлы, Харе, ну отойди на пару шагов. Ну что, за дела? Ну вот, читает. На, застегни. А? Старт. А карточка? Там 612 рублей. 612 рублей всего. Меня фотографировать? Что? Если вам стыдно бежать с Киргизгой, я могу фотографировать. Так, в машине не курить, семечками не щелкать. Я даже не пью. Спасибо, товарищ Кириллов. Татабайт. Киргиз вообще мирные люди. Очень трудолюбивы. На нас за это якуты злые. Якуты? Да. За то, что приезжаем, рабочие места отнимаем. Вы и туда приезжаете. Сотрудник патрульно-постовой службы в своем заявлении показал, что... Че? Минус. Спасибо. Забыл. Значит, а вот что на месте аварии не обнаружил таджикских рабочих, но обнаружил автомобиль с поврежденным капотом, туалетную кабинку с признаками вандализма и агрессивно настроенных мужчину и женщину. Почему агрессивно? Женщина азиатской национальности нанесла сотруднику удар по голове тяжелым орудием. Мобильным телефоном. После чего сотрудник обнаружил себя в полубессознательном состоянии в луже септика. Мужчина же издевательски комментировал. Голова-то у вас покрепче унитаза. А? Просто боялся, что сотрудник погиб. Я понимаю, вы мне не верите. Понимаете, у них рефлекс. У азиатских девочек рефлекс. Видишь человека в форме — беги. Она увидела полицейского, побежала в лес. Зачем-то вздумала ее окликнуть. А вы в школе учились? Да. Физику изучали. Вот вы с понятием импульс силы знакомы?
И вот, вот смотри, мобильный телефон, да, он весит максимум 200 грамм. 200 грамм, да? Значит, вот задача. С какой скоростью должна метнуть телефон девушка, чтобы сбить с ног сотрудника ППС весом более 100 килограмм? Что? Слушай, я что-то смешное сказал. Есть многое на свете. Друг Горацио. Нет, так, давайте мы без Шекспира, да? 62 метра в секунду. Да я это видел. Вот своими собственными глазами. Девушка бросает телефон со стартовым ускорением Порш Каена. Православный полицейский бьет морды во славу Христа. Ленин крутится в гробу. Это бляха-муха. Может быть, водички? А? Принести? Капсулы. Все живем в капсулах. Капсулы, да? Капсулы из квартиры в машину, из машины в квартиру. Мы же людей вообще не видим. Какая же у нас... Это глобализация. А сегрегацию вообще не хотите? Глобальную сегрегацию общества с индивидуализацией целей, с полной виртуализацией связей. И что? Что? Нет, ничего. Глобальное гребаное одиночество. Простите. Помойся. У мамы по-прежнему плохо со сном? Да. И она по-прежнему тебя ненавидит. Ясно. Ну, давай уже я припаркуюсь. Нет, я сама припаркуюсь. Аня, это ты? Да, мам! А с кем ты? Я одна, спи! Ванна там. Я помню. Полотенце чистое. Помнишь, я хочу напомнить. Я помню. Я хочу напомнить.
сейчас петь собираешься? Я тебя убью. Скотина. Все. Так. Послушай, приятель, нам нужен твой мозг. Нам нужен твой мозг. Пиздец, твой мозг превращается в воск. Превращается в воск. Ты пьешь алкоголь, ты пишешь стихи. Тебе ночами не спится. Отдай свой мозг в надежные руки. Он будет счастлив, он будет трудиться. Ай-не-не-не-не. Ай-не-не-не-не. Твой маленький мозг. Ай-не-не-не-не, мой маленький мозг. Прячься, 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 мой маленький мозг. Прячься, 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 мой маленький мозг. Анюта! Анют! Ой, мама, а я не одета, мам. А кто у тебя там? У меня нет никого, я смотрю сериал. Какой? В «Великолепный век». А, это там, где так противно поют. А я не надо, а я не надо. Да? Мам. Кто у тебя? Мам, ну что, никого. Я взрослый человек, ты меня проверяешь, как будто мне 15 лет, я курю форточку. Пойдем. Да, ты куришь, я знаю, я нашла у тебя пачку сигарет. Ты в туалет хотела, пойдем. Да, я хотела в туалет. Аня, знаешь, что хотела тебе сказать? Тебе 40? Мне 40. Вот климакс, не за горами яичники начнут угасать. Это кто? Это Женя. Я вижу, что Женя, что он делает на Николате? Я сейчас сниму. Не надо, не снимайте вы без трусов, я знаю. Мам, я могу принять собственного мужа без это трусов? Это не муж, это человек, который ел помидоры руками из банки, рыболов-спортсмен. Евгений. Да, Елена Владимировна. Вы же знали, что нельзя застужаться на этих ваших плотах. Мама, ради бога, сейчас не давайте будем. Что, маме, не надо. Вот поэтому у вас нет детей. Действительно, ничего не меняется. Так, ладно. Фух, я это... Надо же... Кстати, успокойся. Не надо, прошу. Сейчас мама из туалета придет. Я не боюсь. Алло. Да. Вас беспокоит из библиотеки. 7 утра. Куда вы звоните? А господин Кирилл в тюрьме? Нет. Ой, спасибо, спасибо и извините, извините. А что была возможность?
спасибо сказать не хочешь? За что? Не, если тебе нравилось в обезьяннике, то... Господи. Я думал, ты не все своими силами. Минуту. Да! У нас всех выпускают. Таким бывшим жёнам приезжают, деньги возвращают. Сколько? Я не там лежал, думал, ну почему ты уехать хочешь? Потом понял, у тебя родственники евреи. Простите, я должен как бы вас... Как бы получается, моешь и кушай, быстрее форшмак, гости идут. Мы русские своих не бросаем. Когда твоя позвонила, моя беременная вместе со мной подскочила. Телефон искать. На самом деле, вам очень благодарен. Да пошел ты, деньги мне сегодня. Сергей Витальевич, подождите, спасибо вам, извините. Я не еврей. Точно? Тогда трешка с тебя. А, да. Не-не-не, это не мне, дежурному. Да, да. Вонючий сильно. Пиво хотите? А есть? Слушай, ты мою тещу напоминаешь. Угу. Прихожу к ней с женой, она говорит, пельмешки будете? Ради интереса, заглянул в холодильник. 12 пельмешек! Ты что, два и мой вы? Да. Да, дорогая. Ну, конечно. Конечно, нет, они как скунсы от жары прячутся. Все. Нет, 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 сначала в офис, потом домой. Все, проблемы все решил. Пока. Че, у тебя офис есть? Здравствуйте. Зачем черножопом офис, а? Жили все в коробках, да? Все в Чулкистане. Да, понятно. Че тебе понятно? Понятна ваша позиция? А то, что они туберкулез с полимелитом в России завозят, тебе понятно? Ну, я же сказал, я все понял. А что за ухмут поймет? Это непроизвольное. Ну, произвольное бывает мочеиспускание. Это, наверное, с личного опыта. Че? Кирилл! Проблемы? Ну-ка, сдвинь сюда. Че хотели? Мой вы. А ты спрашиваешь, почему я хочу уехать? Все равно не могу понять, чего ты уезжаешь. А что тут непонятного? У тебя что, репрессирован кто-то? Нет, меня никого не репрессировали. У меня отец от рака умер. Ну, тут я допускаю. Наверное, действительно ничего сделать нельзя было. Эх, Серёня. Что? Да ничего. Не говори, говори. Тебя вот ощущение тупика не посещает? Что жизнь все кончила, да? Твой Новый год по темно-синей волне средь моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будет свет и слава, удачный день и много хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Жека. Но ведь хлеб не главное. Но вот уедешь ты туда, поешь там этого хамона с пармезаном, лосося трансгенного. Дальше что? Ясно. Ну, наливай. Вот что самое интересное. Они-то все нормально едят. Это нам лосося присылают. Серьёнь, ну ты чего? А чего ты смеешься? Я? Секунду. Вот сильная Россия никому не нужна. Ну, кончай, ну что ты несешь, правда? Ну, секунду. Ну, ну что ты как секунду. Из ящика? Ну, что, у нас гей-парады были? Ой, ну, Серёнь, все. Что все? Ну что это все, от лосося, что ли? А чего? Все, давай. Ой. Да. Да и тихо, 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 тихо. Да задолбало меня. Чего? Жизнь задолбала, не хочу, все. Чего? Не хочу больше прятаться. Понимаешь, я не хочу притворяться другим. Я есть моя жизнь. Ты знаешь поговорку? Все там в этом мире стремится к форме шара.
и потом катится. Не матерись, пост. Странная поговорка. Нормальная поговорка. Слушай, а ты математик? Я физик. Слушай, как тебе угораздило? Да, хорошо, слушай сюда. Сатана. Я прошу тебя. Пролетая мимо магазина, измерил плотность продаваемой водки и обнаружил, что вместо 40 градусов она только 20. Вопрос. С какой скоростью летел сатана? Я прошу тебя. Все. Если плотность воды 1000 килограмм на метр кубический, а плотность спирта секунду, 789 кг на метр кубический. И водка была не паленая. Как не паленая? Паленая. Сатана. Я прошу тебя. Летел со скоростью 60, ну, с чем-то километров, 1000 километров в секунду, понимаешь? Mm. То есть, соответственно, его восприятие изменился. Геометрический размер сосуда, плотность увеличилась. Водка стала 20%. То есть паленая? Да ё-моё! Да хватит тебе, прошу тебя! А, ты поезд в туннеле видел? Поезд в туннеле. Видел? Не, стой, стой! Если ты ему навстречу, так ты летишь в своем поезде. Летишь! Мимо него! Летишь! То с какой скоростью? То есть, что ты, он тебе каким кажется? Он маленьким тебе кажется? Я в метро не ездил. Да ну тебя нахер! Да хватит материться, а! Подожди, иди сюда. Значит, если я быстро пробегу мимо магазина, там градус понизится? Нет, нельзя так жить. Нельзя. Я есть моя жизнь, и я сегодня же все скажу, правильно? Да нет, Серега, пойми, я ее уважаю. Но я ее не люблю. Нельзя же спать с человеком с уважением. А? А нельзя. Курица летает. Стой. За мной. Милиции на вас не хватает! Достали! Дальше хоть проститутки не приезжали! Что за базар? Это кто? Какие проститутки? Те проститутки. Тихо! Где проститутки? Где проститутка? Она убежала. Пусть копыта свои заберет! Ах, убежал. Все. Слышишь, проститутка убежала. Приехала сестра Диларон. Работать на нее место. Кому звонить надо? Ему. Он у нас повелитель рабочих мест. Я бы сказала, какое у меня место рабочее. Сыц, сейчас протокол составлю. Ага, она проститутка, мне протокол. Ой. Скажи, как вот по туфле можно определить, что человек проститутка? Вот в чем вопрос. Да, идите. Москва, Третий Рим. Зеравшан. Как звать? Культехрозия Варлгасинова. Как? Культехрозия Варлгасинова, правильно? Туземец, Федь, засвети. Так, дойками не трясем, соседей не бесим. Серьезно. Скажи, на каком основании, скажи, она должна жить по твоим правилам? Только потому, что ты европейское государство, да? Да. Да, мне с вами очень приятно познакомиться. Я руководитель нашей с вами группы. Так, все, домой. Нет, подожди, куда? Серёня, не ответил на вопрос, а? Откуда? Смотри, у тебя колонизаторская спесь. Серёня, а я вот свободный человек. Я не лярва с чемоданчиком. Один, чухра. Сегодня я звонила Олафу. Это отец Струльца. Он здесь работает в посольстве, и я хочу вас познакомить. Женя, это цивилизованно. Брунхельд. Ты многого обо мне не знаешь. Чего, например? Ты бисексуал? Нет, я моно. Ну, остальное я переживу. Я уважаю сексуальную свободу и просто с первым мужем, с Кнутом, мы все это уже проходили. Послушай, Брунхельд. А
А ты спишь со мной в целях эмиграции, а не в целях любви? Так печально ты сейчас произнесла. У нас есть и русский эпос про Винни и Пятачка. Это английский эпос. Спишь со мной в целях эмиграции? Нет. Превосходный лосось. Да. Почитала тут, ну, что про Норвегию пишет. Смешно. Там, значит, девочка одна из Ульяновска туда переехала и пишет у себя в блоге. Пишет, норвежки вообще не женщины. Ходят в каких-то куртках, в кедах, не красятся, занимаются карьерой, в ресторанах за себя сами платят. И я читаю, мама, понимаю, я норвег. Я сама норвег. И ты у меня норвег. Вообще в Москве все давно норвеги. Аня, я тебе говорила, следи за собой. Какое платье элегантное было в калейдоскопе. Мама, это было ужасное платье. Человечество скоро вымрет. Мужики стали как бабы, бабы как мужики. Выпьем. Куда он едет? Зачем он туда едет? Пускай едет в свою Норвегию. Найдет там норвежское счастье, говна пирога. Там за каждую тарелочку жену свою надо целовать. Ой, какая прекрасная страна. Угу. А чужой женщине комплимент сделала полиция. Ребеночка на улице шлепнула полицию. Мама, ты откуда знаешь? Мы вообще о бранях ничего не знаем. Ой, выпьем. Ой, на Муромской дороженьке стояли две сосны. Прощался со мной, миленькой, до будущей весны. Мама, я тебя так люблю. Дорогая Брунхильд, мы пытаемся делать вид, что все хорошо. Еще Толстой писал о странной, почти мистической обреченности в отношениях мужчины и женщины. Тончайшее несовпадение аур, ментальная разность культур и хрупкий мир начинает осыпаться вишней листвой трепетной, как в произведениях Тютчева. Там ты? Иди ты в баню! Тут очередь за другом. За этот год уже трое вот умерли. 15-й Всероссийский кинофестиваль документального кино «Воззвание к человеку». Поджидай, нет, Жень. Я тебе говорил, ты про меня ничего не знаешь. Ты про меня все знаешь? Ой. Я 43, а не 42. И однажды я еще пукнула в церкви. Я тебя прошу, давай. На этом вечере ужасных воспоминаний считай закрытым. Все. Ты не виноват, Женя. Ты просто живешь не в той стране. Я не Бродский. Любовь, морковь, свинья, сиська, муравья. Понимаешь? Нет, для такой самореализации не обязательно уезжать из страны. Черт. Женя, я про тебя знаю все, что мне надо. Что? Ты тонко чуешь щипочки, нист. Прекрасно. И я еще успею тебя родить одного сына.
У тебя будет все, Жень. И в этот миг не о социальной пособии. Ты помнишь, я тебе говорила про волны, про траву, про Курт Янсен на мопеде? Помнишь? Ты уже старался быть здесь счастливым, но у тебя не получается. Ты очень хорошая. Мне не получится. Я вызову вам такси. Прости, я... Почему ты на звонки не отвечаешь? Ань, все в порядке? Да. Это Валерий Яковлевич. Евгений. Валерий. Мы с Анной вместе работаем. Ну и, собственно, я бывший муж. Я знаю. Ань, я поеду, да? Нет, это я уже ухожу. Honda Accord. Как? Я доволен. Да? А у меня Nissan. Старый. Ну, как старый? 2004 года. Да, но в отличном состоянии. Да, недавно биотуалет упал. Курите? Нет. Я так и думал. Так. Туда. Приятно было познакомиться. Халун дело угла. Улов. Куда пошел? Олаф. Евгений. А я бывший муж. Да, да, это я знаю. Я очень рад, что Брунхильд наконец нашла спутника. Она сама очень хороший спутник. Спутник? Спутник? Это, ну, объект, который летает по планетам. Я надеюсь, мы с вами подружимся. Да, и будем ездить на барбекю. Вы, я и Кнут, отец Матса. Я с обратно. Да, вы знаете, мы именно так и делаем. Когда я был в декретном отпуске... У нас в Норвегии всем мужчинам бывает декретный отпуск. Так вот, когда я был в декретном отпуске, именно Кнут, отец Матса, помог мне не сойти с ума. Он его харду лев? Да, так, история. А я ему рассказываю, что ты распахиваешь блины. Да, я распахиваю. Да, да, Брунхильд говорила, что стоит помочь с визой. Ельберде? Ваш сын, ваш сын. Подай, Сенхельс. Я постараюсь сделать за 8 рабочих дней. Это будет на 3 года. Да, спасибо. Простите, сигарету не должите? Спасибо.
Кириллов Евгений? Да. Это вы клининговым агентством заведуете? Да. А, значит, Митя Селиванов вам просто управление передал? Да, допустим. Очень приятно, Алекс Скворцов. Я правильно понимаю, вы своему родственнику обещали бабло собирать, за девочками следить, почкой отвечать также всем движимым и недвижимым имуществом, так? В чем дело? Не волнуйтесь. Я предлагаю пойти в ресторан, обсудить все спокойно и убедитесь, что Митя, он же Дима, очень много нам должен. А также, что он свинтил. Ну, вы сами знаете. И взять с него нечего, кроме кого-нибудь из девчонок. Как это девчонок? Она будет посуду мыть, пельмени лепить. За еду. А у вас что, пельменный цех? Пельмени из розы. Вы, кстати, как, мясо едите? Успенский пост все-таки. Володя вот не ест. Ну, я в смысле кухни, ну, ресторан. Я ем мясо, друг не ест. У меня друг советник. Советник. Помню это дело с Борисовичем. Сами на вы. Нет, ну, Сереж, давай будем честными. Вы все организовали херово. Пост. Милиция у нас работает херово. Граждан на нее положиться нельзя, Сережа. Олег, не я этим делом занимался. Перестань. Давай во второй. Чего ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Это бывшие наши. Ребята из службы безопасности и других серьезных ребят. И тем он действительно должен, поэтому девочку надо отдать. Что значит отдать девочку? У нас что, крепостное право? Твой братец зарабатывал на ней, теперь они будут. На пельменях? На пельменях. Я не знаю, странно. А что тебе нужно знать? Они правы, все. Почему ты орешь на меня? Я на тебя голос не повышал. Никуда не пойду. Нет, я на работе. Короче, нет, я не буду пробоваться. Давай. Салам алейкум. Девушки, в общем так, сегодня кому-то из вас будет сделано предложение. Ты что творишь? А? Какие девчонки все красивые. Саламатсыз ба, кыздар? Калкалайын. Якши. Якши. Володь, ну чё? Ну у тебя что, варианты есть? Тебя как звать? Айчурек. Айчурек поедет с нами. Пельмени лепить. Садись в машину. За вещами заедем. Сереж, ну. А с документами у меня что? В порядке все? Паленый? Че, паленый, нормально все. Ага, спасибо. Давай. До свидания. До свидания. Жак Шиколос, да? Объясни мне, как человеку с высшим техническим образованием, сколько лет, с какой выработкой девушка должна лепить пельмени, чтобы рассчитаться с долгом? Скажи, что ты хочешь мне сказать? Я хочу логику понять происходящего. А нахрена? Ты же со мной уезжаешь. Ты зачем разбил гюльчихрой лицо? Вот за это я ненавижу нашу интеллигенцию. Знает ответ на вопрос и все равно спрашивает. Ты сломал ей нос, чтобы ее не выбрали. Прозорливый ты мой.
Это не пельменный цех? Это пельменный, зразовый, пирожков. Сереж. Тихо. Не связывайся с ними. Тем более, результат все равно будет ноль. Это серьезные взрослые дяди. Это не гопники в сланцах. И вот это маленький филиал их основного бизнеса. Если они такие крутые, что же они так мелочатся? Вот поэтому они такие крутые. Ей 18 лет. А наша лошовка, ее даже дома не примут, и поэтому они правы. Садись. Так, я сейчас. А ты куда? Я в туалет. 20 рублей. А тут бесплатно. Наргиз? Да, как дела? Молодцы. Подожди, Надя, скажи мне только правду. Я не там ищу или очерек на самом деле не выходит на связь? Сейчас, сейчас. Что, и не инстаграмит? И не звонит? Никому не звонит? Ясно. Пойдем. В Норвегии пописаешь. Прости. Я... Как это? Бисексуал. Ну, ты меня прости, пожалуйста. Тебе без меня будет намного лучше. Ладно. Ладно. Что мы за люди? Достоевский писал про... Про каких-то абсолютно других людей. Угу. Как у вас кафе называется? Как? Шоколадка? Да. А курят там, как в опиумном притоне. Да? Заметил? А мужчины, смотри, на пляжных тапках ходят. Пизда. А ты заметил, какие лица у бабушек в метро будках? А? Как оберштурмфюрер СС. Где? Где? Везде. Везде. Вы думаете, что? Что? Бегите, да?
Что хотел? А, я по поводу Крыбаевой. Кого? Айчурек. Ну вот, девушку, которую вы взяли на пельмени. И задолго. Вот. Зачем? Как-то привык к ней, в общем, скучаю. Ты кредит, что ли, взял? Ну, неважно. Машину продал. Машину. Я погляжу, ты модный такой. Думаешь, Митяй бы это оценил, так? При чем тут Митяй? Твой Митяй мелкий прохвост и пакостник. И все претензии только к нему, не к тебе. Купи себе новую машину. А девушка уже давно уехала. Уехала? Куда? К себе. В Волжскую область. Я вон там установлю. Удобная серая ветка? Да, да. Удобно. Угу. Сергей говорил, их из Москвы дустом не вызовешь. Ну. Ну что же она уехала? Так отойди, Даша. Возьмите деньги. Ты мне еще дверцу оторви. Возьмите. У вас что? Чего у вас бордель филиал? Продуктовой сети. Утконулся ехидно. Ах ты, скотина! Нет. Скотина. Деньги! Взял деньги, вернул девушку! Ну-ка, взял деньги, вернул девушку, слышишь? Иди сюда, я сказал. Я звоню в полицию. Иди сюда! Я сказал тебе, я звоню в полицию, понял? Олег! Что творишь, да? Человек с тобой культурно разговаривает, а ты чего? Ты успокойся. Да я спокоен. Да! Ну! Да! То сердце, блин! Понаехали сюда из своего Зеленограда! Да! Хочешь, я вложу тебя? Ты думаешь, я не знаю, где ваши апартаменты? Сколько у вас там человек? Да! Да! Куда ты пойдешь? Ты сам ко мне! А это твое дело, братан. Сейчас! Олег сам позвонил, сказал, что сумасшедший твой. Стрелку забил, что-то хочет. Квартира, а? Нет, это уже не сил. А ты спрашивал физика зачем? Я понял. Дверь ломать. Паспорта где? Там кто? Здесь кто? Меня спрашивают. А! Там собака, она наказана. Собака, выходи. Где она? Где Айчурек? Айчурек! Айчурек! Господи. Ну, собирайся, быстро. Так, еще. Быстро собирайся. Кто хочет уйти? Я спрашиваю, кто еще хочет уйти? Ну что, куда переехать? Ну ехать куда?
Она плохо говорит по-русски. Ага. Сумку на сиденье не ставь. Где? Я, может, раньше таких только в бобиках возил. Еще раз спасибо. Вот что мне сейчас твое спасибо, а? Все, я безработный теперь. Че мне теперь в чоп какой-нибудь идти работать? Ублюдскую квадратную кепку носить и говеную черную куртку. А что ты заканчивал? 3 курса горного института. После армии на 3-м в опера позвали. И жизнь наша скачет по кругу опять, как детство по вдоль карусели. Из этого круга нам надо сбежать. Но счастье сиянию не верю. А это что? Это из моего раннего в армии написал. Чё такое? Чё ты, говнюк, смеешься, а? Это поэзия, искусство. Да я понял. Валерий Яковлевич. Зачем тебе? Не, я его сейчас убивать буду. Так, Аня, это не шутка, это деградация. Оставь, мама. Так, Жень, подожди, у тебя есть свое прошлое, у меня есть свое. Аня, не делай этого, Анюта. Господи, ну почему же ты это допускаешь? Почему ты не забрал его в Норвегию? Дорогая Брунхильд, хочу еще раз попросить у тебя прощения. Надеюсь, у вас в Крюгере все хорошо. А у нас Берлёв отлично. Вашей дочке капитана Локтева недавно отмечали 5 лет. Сам Локтев ушел куда-то в охранные структуры. Кепочки там носить не нужно. Ужас в том, что он начал активно писать стихи. Так, все, положи, дальше. Спать. Публикуются на сайте стихи.ру. Читает комментарии. Да, иногда не согласен. Я потихоньку пристраиваю девчонок. Айчурек работает японкой. У нее неплохо получается. Гельчихрой устроили бизнес-центр. Сначала мыть вестибюль, а через неделю менеджером по переговорам с немцами. Выяснилось, у нее диплом романо-германского факультета и знание 3 языков. Орда 10, 4, 15, 20. Лошадь пошла. Заргуль за 500 рублей снялась в массовке о татаро-монгольском иге. Жилдес приехал муж, Наргиз нашла в туалете книжку Пелевина. Эй, Руру! Не обращайте внимания. Стоят, греются. Ну, смотри. Ну что, черножопый, тоже на дачку, да? Ребят, давайте повежем. Вот бантичек, вот чуть-чуть. Ну не надо, ребят. Ну, ладно. Ты вообще чеши отсюда в рот. Что значит тиши? А то и значит, что из-за таких, как ты, Россия от них захлебнется скоро. Они парней наших режут. Кто? Девчонки? Чем? Швабрами? Че, остряк? Нет. Петросян. Девочки, пойдемте отсюда. Куда пойдемте?
Еще обнимать меня, Фида. О! Чпропер, чпропер, чпропер. Он умирает. Дорогая Бронфельд, я знаю, что у вас с Олафом все отлично. Он, мужик, очень тебя любит. Помню, как он приехал бить мне морду. У меня тоже все окей. Так что, может быть, когда-нибудь соберемся с детьми, Олафом, Кнутом, Локтевым. Рус поет про какающих животных, и все будет хорошо. Аккуратно! Голову! Thank you.
take to all the grasses, set your rapping, let all folk. Don't be sad, let the ever dancing, coming soon a new day, strong 0 o'clock.